Здравствуйте, меня зовут Мацула. Сегодня я бы хотел поговорить с вами о новостях. Когда мы смотрим телевизор или когда мы читаем газеты или на интернете новости, часто доминируют плохие новости. И понятно, что журналисты тоже им нравится показать то, что может быть страшно, то, что пугает нас. И все это влияет, конечно, для нас. И об этом можно много говорить. Но я бы хотел сказать сегодня, что это самое важное, это чтобы сердце наше не остыло, когда мы видим все это. Когда мы видим то, что происходит в мире, чтобы мы не сидим здесь, и это не касается нас, потому что это плохо. Наше сердце, оно должно быть живым. И поэтому можно, например, так делать, что когда мы видим все это страшно в войне, которая в мире, что даже если мы не можем что-то конкретно делать, может быть, невозможно туда поехать, но мы всегда можем молиться. Мы всегда можем чувствовать сострадание. Там есть люди, которые находятся в очень сложных ситуациях. Я всегда могу сказать: «Бог, я молюсь, чтобы ты помог, чтобы они как освободились от этого». И иногда тоже мы можем что-то конкретно делать, можем пожертвовать. Но я всегда должен бодрствовать о моем сердце, чтобы оно не стало холодным, потому что тогда будет совсем плохо. Эти плохие новости, они говорят о конкретных людях, конкретных ситуациях. И если сердце мое живое, через мои молитвы, любовь моя все равно через расстояние может касаться их.